Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. Давненько ничего не делал я в своей мастерской, все занимаюсь ее развитием. Уже и сам забыл, когда я в последний раз делал что-то интересненькое. В этом видеоролике я хочу заполнить эти пустоты и начну изготовление сразу двух весьма интересных вещей. Изобретения будут сделаны вот с этой трубы. Хотя в этом видео я не расскажу вам, что же это будет такое. Но это будут две вещи. И надеюсь, в комментах вы попробуете угадать, что же все-таки это будет. Могу лишь дать небольшую подсказку. Это будут корпуса для тех двух устройств. Видео будет интересно тем, кто любит токарку, потому что это дюраль. Металл обрабатывается очень красиво. И для тех, кто любит разгадывать загадки. Для начала нужно разделать эту трубу на заготовки. Разделывать буду в своем стиле обычной ножовочкой по металлу. Одно из устройств будет с электродвигателем. Там будет стоять такой движок мощностью 90 Вт и 14 тысяч оборотов в минуту. Надеюсь, такой мощности хватит. Второе будет без подвижных частей. Вот, собственно, для этого двигателя сразу можно отпилить кусочек трубы, которая послужит корпус. И что же у нас получается? Вот это мы открутим. Это тудым-судым. Так, пилим. Как говорит один очень известный блогер, пошла жара! Одна заготовочка есть. Второй кусок буду отмечать, ребята, без штанген рейсмуса. Вот здесь у меня должно быть по всем расчетам. И вот так вот мы погнали. Что-то она в точности такая же получилась. Ну да ладно. Так, ну и третий цилиндр отпилю примерно 20-сантиметровой длины. Еще нам понадобится вот это. Вот это. Да, и еще много чего. Пока что набор такой. Теперь нужно расточить отверстие, чтобы можно было вставить донышко. Донышко планирую запрессовать, то есть сделать его на горячую, разогреть корпус и его вставить.
так выглядит деталечка изнутри. Ставим вот эту штуку. Вот такая, в общем-то, дорогие друзья, получилась деталюха. В следующих видео буду заниматься именно этим устройством. А второе устройство буду делать после этого. Ребят, кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Увидите продолжение и вообще другие интересные видео. Также у меня есть лайв-канал, в котором я снимаю различные дополнения подобным видео и вообще различные коротенькие интересные видео. Так что подписывайтесь и на него, ссылка будет в описании к видео. На этом все. Всех благодарю за внимание. До новых встреч.